что дальше? Ну, блин. Нету. Нету пшеницы, нету обсидиана. Может. Может, найдем по сусекам по скребе. Тут ускорение стоят. Стоят они на тренировке. Так, задача. Количество ускорений. Вот так. Ладно. Зададим. Так, здесь через 5 минут закончится. Опять же, тут ускорение для обследования есть специальные. Как же тут выкручиваться?
пшеничку. Тут корабль поломатый. А что тут есть? Непонятно. Ну ладно. Дождитесь, пока русалка завершит. А, серебро. Ладно. Лавка Вип. Это крайнее, что осталось. Потратьте в лапке 300 золотых. Ну хорошо, давайте я потрачу. На что? Так, сейчас посмотрим. Сколько у меня есть? 15, ну ничего, нам больше не надо. Это свитки. Дальше что? Давайте. У нас 244 золота. Ну, давайте купим на 120. Давайте купим на все деньги. Свитки по максимуму. Вот так. Обнулим кошелек свой. В итоге ничего не получили. Так, дальше. И в итоге, так, осталось минуты на исследование и минуты на лечение.
Так, хорошо. У нас есть целое на 8 часов договор. Это для дирижабля. Это для слияния. Дальше у нас ничего. Свитки, поехали. Вперед. Поиск нежити. Есть такая нежить. Установим кооперацию. Ой-ой-ой. 6 минут. Добираться до нее. А не. Ну, что-то я не то увидел. Пока усилим дирижабль по ходу дела. Поможем друзьям. Что тут семерка альянса светится? Ладно, роскошка. Давайте подарок Элизабет. И найдем в этой опции затерявшееся привидение, вот такое, но только под номером 1. Чтоб я его мог сам победить. Поехали. 6 минут на это дело отводится. Мы пока занимаемся другими делами. Пытаемся как-то что-то улучшить.
гробе гробницы. Осталось 10, а у нас тут ничего не осталось больше, кроме как шестеренка и ускорение лечения. О, 98. Еще один раз ограбить гробницы. И можно делать для существа оружие, улучшать его. Давайте попробуем кооперацию создать. Время 10 часов. Значит, 2 минуты маловато будет. Давайте кооперацию 15 минут установим. Ну и глянем, кто к нам подключится или нет. Ну, при ведении такого уровня надо, чтобы кооперации было человека 3. Победа в битве. Это что-то затерянное привидение, которое я посылал 6 минут назад.
понятно. Сейчас я 9 уровня, то было 1. Так, наверное, распустим конфигурацию. Все спят. Только если кто-то меня пригласит в кооперацию, то я соглашусь. Так, приливы хаоса. Пробуем. Атаковать без ничего. Дальше атаковать тоже без ничего. И можно еще кого-то атаковать. И тоже без ничего. И ждем, что произойдет. Победа. Победа. И победа. Хорошо. Отметим, как прочитанное. Теперь надо полечиться. Пять минут 25 секунд. О, ускорение. Основная задача – это построить цитадель. Тут уже всего хватает, не хватает только пшеницы.
Ну вот, пшеница. Тут я увидел краем глаза этот сейчас покажу. Вот он, сундук. Ну, вообще-то это мешок, а у меня есть и пшеница, и все. Поэтому, возможно, что мы сейчас цитадель построим. Ну, нет. Во всяком случае, ресурсов у нас будет на нее хватать. Ну-ка. Не хватает пока. Так. Ну, осталось, чтобы глава завершилась. Только-только построить цитадель.